изюминка в том, что у нас тут представлены абсолютно, ну вот как вы видите, да, и полноразмерные скульптуры, и даже целые комнаты, воссозданные, детально воссозданные, не только, грубо говоря, картины, да, репродукции, а полностью такое погружение именно в атмосферу того. Я даже задавался этим вопросом, будут ли здесь его последние работы, которые посещены как раз против, да, специальной военной операции. Я считаю это корректно, и даже чтобы задаться нам вопросом, нужно ли нам все это, и чтобы мы задумались, что пансион все-таки, я думаю, нам намного что намекает в своих работах, и особенно в новых работах, которые сделал. Я даже считаю, что их здесь не хватает, его новых работ, и их можно было дополнить. Честно говоря, я как-то не провожу параллель между политическими взглядами и искусством. Мне кажется, это все равно нужно как-то разграничивать. Поэтому, ну, это его выбор.